nostalgie. Он се ресамбле. Доброго времени суток зрителям, случайным гостям нашего канала. С вами Росси, это рубрика Ностальджи, это ролик Game Online, третье видео по игре Fable. Fable — это экшен RPG, которая была выпущена в 2005 году. На то время она была в своем роде некая инновационная игра, в том плане, что помимо системы боевки, также было мирное занятие, так как, к примеру, пойти половить рыбку там на пляже. Можно было улучшать свое оружие посредством нанесения определенных рун, печатей. Также оружие имело определенные свои преимущества, смотря из какого материала оно было сделано. И самое главное, немаловажное, что я считаю, именно в этой игре ваши поступки на то время, уже на то время, это был 2005 год, имели как бы последствия, то есть вы могли стать как хорошим, так и плохим мальчиком, в том плане вы были бы или добрым героем, или злым. И также здесь имеет, ну как бы, имеет значение, какую одежду вы выбираете. Если вы добрый герой, хороший, помогаете людям безвозмездно и спасаете, делаете хорошие поступки, то вы носите красивую белую одежду, люди вам поклоняются, восхищаются вами, типа, какой ты классный. А если вы злой, у вас вырастают такие небольшие рожки, лицо портится в отвратительной злой гримасе, вы ходите во всем черном, и люди стараются от вас отходить, шугаться вас, бояться вас, потому что вы злой, вы можете просто достать меч и прирубить несчастного крестьянина просто так, потому что он не так на вас посмотрел. Я немножко поиграл в эту игру для того, чтобы пропустить долгое обучение, период там, где мы ребенок, там, где мы проходим обучение в гильдии героев. И вот сейчас вы видите то, что видите, то есть у нас есть персонаж, управление, как обычно, клавиши ВСД. Левой кнопочкой мыши мы наносим урон, с помощью клавиши Е мы достаем лук, с клавиши Q у нас обнажает наш меч, и также у нас есть магия. Вот она у меня на клавише 7, или же там через определенную комбинацию. Я думал, что кто будет играть, если вдруг вспомнит эту игру, то обучение обязательно все подскажет. Так, также здесь есть группа эмоций. Я, правда, не знаю, для чего они есть, но мне вот особенно нравится вот эта эмоция. Нет, нет, извиняюсь, вот эта вот. Оп. Хоп, хэнэнэй. Хоп. Так. Значит, отправляемся на наше первое задание, точнее уже на второе. Первое задание было там намочить пчел. С ребятами можно разговаривать, взаимодействовать с персонажами, можно воровать, можно просто взять их, к примеру, и поубивать, но... Тоже можешь стать... Так. Ты глянь, какой оборванец! Что тут происходит? Думает, ему люди будут деньги давать. Так, объединиться с хулиганом. Давайте попробуем быть хорошими и добрыми. Нет, мы не будем объединяться с ним. Слушай, а хочешь, я тебе скажу, как его по правде разозлить? Ладно, что ты? Я ведь тоже когда-то герой стал, а теперь погляди на меня, побираюсь. Да еще этот пацан надо мной издевается. Бомжара такой типичный. Помочь нищему избавиться от хулигана, да? Да можно же от него как-то избавиться. Сделай что-нибудь. Ну, при... Не забывайте использовать контекстно-независимые ячейки в левом нижнем... Ага. К полезным жестам. Вот, кстати, контекстно-независимые ячейки. Вот так вот мы сделаем. Ты сам глянь. Воняешь, как дохлая крыса. Не в меня. Он в того придурка старого. Ух ты, сам. Эх, арре, меня сейчас тошнит. Вот так вот. У него из ноздри сейчас червяк выползет. Еще раз, и я правда сблюю. И? Рыгает, рыгает. Я пошел. Я пошел. Давно я так не смеялся. Я тебе, герой, благодарен. Наверняка ты еще много с кем подружишься. Может, еще встретимся, герой. Может быть. Да, не обращайте внимания на пропорцию ног, рук,
ну, вообще, как бы, туловище головы, как бы. На то время, я считаю, это было неважно. Сейчас это неважно, игра сама по себе прикольная. То есть, видите, неоднозначный подход, и можно было бы просто сейчас достать меч и порубить его, как бы, в капусту. Но мы просто прогнали его, используя негативные эмоции. Так, собственно, по карте нам... Куда там двигаться? Угу. Нам надо отсюда, в гильдию героев. Также здесь есть навыки, то есть там имущество, там оружие, вещи, одежда всякая. Кстати, давайте, может, какую-то одежду поменяем? Костюм ученический. В чем мать родила? Я хочу ученический. Смотрите, какой прикольный, с капюшоном. Хорошо, а что еще тут есть? Так, ноги. Ученические штаны. Крестьянские штаны. Цена. Штанов нет. Я понял. Ладно, давайте, я хочу одеть, значит, я хочу одеть капюшон. Нет, это я не туда заскочил. Вот одежда, значит, голова. Ничегошеньки. Нет, я хочу, значит, костюм одеть. Костюм с капюшоном, вот так. А почему оно не принялось? Ребята, ну я так не играю. Одежда, костюмы. О, одеть. О, теперь я такой более пизже смотрюсь. Вот, знаете, как ассасинус прям такой. Ассасинка. Так, это охранник. В общем, мы его трогать не будем. Давайте ускоримся. Ускорение по умолчанию стоит на правой кнопке мыши, поэтому... Ну, я не менял, мне устраивает. Южный Бердстоун. Путешествие между локациями проходит с помощью загрузки, то есть каждая локация отдельно подгружается. Эй, я вижу, вы не здешний. У нас тут есть кое-какие правила, я вам расскажу. Ну, давай. Пауэрстоун — город мирный, так что оружие я у вас пока заберу. Лавки есть, таверны, народу всякого много, игры, все что угодно. Я бы на вашем месте первым делом в таверну заглянул. Вон она, прямо перед вами, вверх по улице. А, и еще насчет леди Грей. К ней извольте с уважением. Она ведь у нас мэр. В общем, добро пожаловать в Пауэрстоун. Но помни, закон не нарушать. Ну, это понятно. То есть, видите, тут так с юморцом, обратите еще внимание на музычку, которая присутствует. Я здесь. Так, Мейс. Купаешься в лучах славы, а? Да, я слышал о твоей победе над царицей Ос. Весь Пауэрстоун об этом говорит. Но не давай славе вскружить тебе голову. Но я вызвал тебя не за этим. Нынче над нами собираются такие темные силы, рядом с которыми гигантские осы — ерунда. Скажи, ты хорошо помнишь ту ночь, когда я забрал тебя в гильдию? Когда сгорел Оуквелл? Хотя вряд ли. Страшная была ночь. Я думал, что разбойники перебили всю твою родню, и ты должен был стать следующим. Но, похоже, выжил еще кое-кто. Твоя сестра. Боюсь, что это всего лишь слухи, проверить пока не удалось. Но я решил, что ты должен знать. И бога ради, парень, пока ты здесь, займись своим снаряжением. Так, сохраняется игра автосохранения. Ой. Зайди в гильдию за заданиями. Это же Курощёв. Что тут? Озвучка, мне очень нравится озвучка, ребят. Герой, мне очень нравится, вот видите, герой, то есть люди просят, чтобы я им помог. Но, так, что кузнец? Еще один способ общаться с людьми – пользоваться жестами F8. Это простые действия используют так же, как и предметы. Подходящий случай жест отображается в контекстах, ячейках, понятно. Новые жесты герои обретают по мере формирования своего характера, роста, славы и т.п. То есть, видите, жесты мы приобретаем по ходу прохождения игры в зависимости от нашего характера, который сформируется. То есть мы плохие, злые, там, или добрые, классные и так далее. Есть параметры славы. Значит, ну что, я хочу поговорить. Герой! Привет! Эй! Хорошо.
Хорошо. Хорошо. Все. Вот так вот мы ему объяснили. Герой, герой. Кто тут что-то нас хочет? Что ты хочешь, девочка? Скорее, идем со мной. Какие у тебя зубы красивые. Пойдем. Ну пойдем, пойдем. Что там ты хочешь? О, горе мне, горе. Мой бедный сынок. Мой мальчик. Мой бедный малыш. Мы шли на пикник на смотровую площадь, и тут он увидел эти странные грибы. Ведьма с набережной сказала, что опасности нет, но потребовала столько грибов для его исцеления. Я бы и сама их поискала, да только надо же кому-то за Элди ухаживать. Вы не поможете нам? Ну, это, собственно... Помните, его может вы... Ну, это, собственно, уже задание, да, нужно там ведьмины поискать грибы для того, чтобы... помочь парнишке. Кстати, вот бочки, их можно поразбивать, там может всякая штука лежать, но это, соответственно, опять же, плохой поступок. То есть все ваши поступки, которые здесь происходят, они делятся или на плохие, или на хорошие. И вы будете, вас люди, или все вас будут уважать, или все вас будут бояться. Ну а что вам больше нравится, выбирайте сами. Так, карта, что там у нас? Парк, так, так, так. Условно грибочек Южный Бердстоун. Хорошо, навыки, карта, статус героя, задание, текущее задание, грибочек. Так, значит, информация о задании. В Бердстоуне заболел мальчик, мать говорит, что он съел какой-то странный гриб. Сможешь ли ты помочь ему? Текущая задача — поговори с ведьмой на набережной. Денежное вознаграждение. Деньги дают, славу дают, уже хорошо. Так, вот как раз и набережная у нас. Не знаю, я не знаю, как вы, но я в свое время в эту игру Fable врубился очень долго, и она была прикольная, и почему-то я постоянно был за темных, и знаете, плохим быть проще и веселее. Так, вот и ведьма, собственно. Дай угадаю. Тебя сюда эта молоденькая дура послала. Ну, у нее еще пацан рехнулся. Чего вылупился? Ну, ведьма я. По четвергам гадание, по пятницам заклинания. Кстати, ты не первый дуралей, которого она ко мне подсылает. Вот, принесешь мне 4 синих мухоморчика. Но ты не спеши. Ежели чего, пацану-то все равно ничего не сделается. Малой сейчас, небось, по полной прется. Так что сам понимаешь. Так, хорошо. Что тут у нас еще есть? Еще вот это весело делать. Я это делал еще, когда начинал только игру. Правда, тогда я бил их попроще, потому что они... Ну, я был маленьким мальчиком, знаете, они не так далеко летали. Наверное, поэтому меня селяне называют Курощупом, потому что видите, как я могу делать. Ну, Курощуп — это потому что я добрый. Был бы я злым, я просто бы достал бы нож или ударил бы их зарядом молнии. Вот типа, знаете как, сейчас покажу, если у меня получится это сделать. Нет, ладно, не буду. Не буду я убивать куриц. Ну, какое-то еще задание есть, давайте поговорим. Здравствуйте. Вы ведь не знакомы с моей дочерью, Вера? Знаете, она довольно мила, хотя немного капризна. Предпочитает сильных, красивых мужчин, вроде вас. Хочешь познакомиться с его дочерью, чё бы и нет? О, это замечательно. Нынче ей так одиноко, бедняжки. Ей нравятся мужчины с такими вот стрижками, как на этой карточке. Под горошек. Может, если вы так подстрижетесь, я бы вот как будете готовы, милости просим ко мне. Я тупочки вот сижу. Ага. Ты нашел модную открытку. Хочешь себе такую же прическу? Покажи ее найденную любому цирюльнику. Ну что, ребята, отправляемся искать цирюльника, стричься под горшочек, и потом пойдем цеплять чику, если этот нас не обманет. А то сейчас будет подстригись, потом переоденься, потом еще там что-нибудь сделай. Знакомая эта вся фигня какая-то. Не помню, где я ее встречал, где-то ее слышал или видел. Так, Южный Бердстоун. Так, давайте посмотрим карту. Тут где-то есть цирюльник. Так. Торговцев, лысый бородач.
Вот, цирюльник. Есть он. Ага, вот он где-то здесь, кстати. Как я понял, не вся карта меня. Да, вот, цирюльник. Отлично, привет. Да, хочу приобрести нормальная стрижка под горшок. Возможно, твоя помощь будет не лишней на яблочном дворе. Во как! Подождите, я... Возможно, твоя помощь будет... Я ж пришел к ней стричься, а не покупать карточку-то. Моя помощь будет не лишняя на яблочном дворе. Хорошо. А где мне здесь так, чтобы подстричься? А ну, приобрести. А, видите, смотрите. Вот, к примеру, шерифовские усы добавляют обаяние плюс 49 или ужас плюс 49. То есть, видите, еще... Как бы каждая прическа, то есть не только наши поступки влияют на то, как нас будут любить люди там или этот, а еще как бы внешний вид. Будет не лишний на яблочном дворе. Ладно, давайте пойдем на яблочный двор. Сюда откуда-то все носят. А, вот таверна, кстати, куда нам посоветовали зайти. Мечника нанять не хочешь? Тебе, по-моему, подручный нужен. Так лучше меня никого не найдешь. Так что, берешь или как? Круто. Ну, да. Работа мне нужна. А когда тебе надоест, так и скажи. Пошли. Не знаю, я взял с собой пацаненка какого-то. Он выглядит полным идиотом. Интересно, он сам об этом. Добро пожаловать так. К столу, где играют в пары. Опа, это какая-то карточная игра. Давайте сколько правила ставишь? Посмотрим. Блин, я не знаю, сколько ставишь. Повысить ставку. Ну давайте поставим 5 копеек. Нет, 12 копеек. Вот я ставлю. Целые города ждут, пока так, их разграбят. Дальше. Интересно, никогда не играл, если честно. Нажми, чтобы продолжить. А, теперь я выбираю любую карту. Блин, давайте вот эту. 7, 6. Нет. И что нужно делать? Я не понимаю, ребят. А, это... Города ждут, пока их разграбят. Я понял, походу. Не знаю, за кого ты себя принимаешь. Это надо, значит, наверное, дама к даме. Думал, что ты выше. Я все, я понял, ребятки. Надо, короче, одинаковые. А ой, легкая такая игра. Легкая игра. Ничего, может, сыграем? Может, вернешься и сыграешь еще? Вернусь, сыграю, я. Все, я понял, что сыграй это за игра. Плесни, надо в пары просто играть, то есть надо выбирать именно пары. Так, желать что-нибудь приобрести. Что тут у тебя есть? Одежда, оружие, вещи. Подарки, зелья, еда. Что тут у нас еда дает? Пиво. Зеленое яблоко вон. Срок следующей поставки через 2 дня. Вкусный полезный плод. То есть все очень серьезно продумано, как и в любых РПГ, только. Опять же, ждет очень важное задание. Хорошо. Гильдии ждет очень важное задание. Давайте используем телепорт. Я хочу в гильдию героев телепортироваться. Это оттуда, откуда я вышел, ребята. Это уже лучше. Здорово. Должно быть, ты тот паренек, о котором постоянно болтает хитрец. Понять не могу, чего он в тебе нашел. Хотя ему видней, конечно. Но я забываю об этикете. Меня зовут Бра Роуз. Ты, конечно, обо мне наслышан. Прости, нет времени на автографы. Страшно тороплюсь в Нот Холл Глейд по важным делам. Если ты за заданием, то имей в виду, что все вкусное уже разобрали. Ну, я уверена, что гильдия найдет тебе дело. Говорят, на кухне посуду мыть некому. Смешно. Я тебя потом порежу. Так, ладно, наставник. Я слушаю тебя. Выбирай свой путь мудро, герой. Задание от яблочного двора уже ждет тебя. Хорошо. Оборона яблочного двора на лед. Давайте оборону. Помоги стражникам защитить яблочный двор от разбойников. Хорошо. Хорошо. Идет автосохранение, ребятки.
Все, теперь выходим отсюда. Я с тобой. Ты со мной, брат. Брат за брата. Пошли. Сейчас немножко покажу вам стилистику боя, и на этом будем заканчивать с этим видео. Не надо мне ничего советовать, дружище. Тут также можно уворачиваться, там, оп, вот так вот, оп. Мы потом с этими ребятками поговорим, у нас есть более важные дела, знаете ли. Когда я использую здесь молнию, извиняюсь, мне очень нравится, если кто-то из вас смотрел «Звездные войны», когда повелитель ситхов бил молнией. Я знала, что это твое истинное призвание. Леди Грей подала в гильдию прошение о противоположном задании. Пожалуй, я его возьму. Надеюсь, ты не бросил тренировки. Чтобы меня победить, тебе нужно много учиться. Увидимся, малыш. Иди себе, черная. Иди. Так, боевой множитель позволяет выносить из схваток больше опыта. Множитель отображается в левой верхней части экрана. Чем больше ущерба ты наносишь врагу, тем становится его значение. Старайся доводить показания боевого множителя до максимума, чтобы собрать больше опыта. Так, ребятки, поехали, собственно. Оп. Ну, это изи-каточка, это ж понятно. Не забывай регулярно возвращаться в гильдию, чтобы использовать накопленный опыт. Хорошо. Экс. Так, все, пошли дальше. Мы сейчас обязательно с вами дойдем до момента, когда я буду бить молнии, как повелитель ситхов. То есть так, абсолютная власть! Сейчас, вот, прям сейчас, вот сейчас их чувствую, будет много. Сейчас я сначала... Ну, с пчелами, конечно, неинтересно. Вот у меня еще есть лук. Давайте покажу. Оп, видите, то есть еще можно так делать. Опыт надо собирать, конечно же. Такая себе вот экшен-шмэкшен РПГ. Ладно, давайте пчелок поперестреливаем по-быстрому и пойдем, блин, пойдем чуть дальше. Ладно, давайте сейчас немножко молнии покажу. Давайте ж нужно вот так вот. Сейчас, где тут у нас... Вот просто сразу напоминает абсолютную власть и все. Хоть что хочешь, делай. Так, отправляемся. Нам уже тут недалеко, в принципе, до нашей непосредственной задачи. Мы всех пчелок тут перебили. Надо обязательно стать потом темным и так ходить в черном балахоне. Чтобы он закрывал как бы глаза. Меч такой сделать огненный себе. Жесткий огненный. Да здравствует бойня. Да здравствует бойня. Где враг? Я взял лук свой. Вот он. А, просто тип. Сейчас. Блин, промахнулся. Ну, соответственно, тут здесь такие комбо-момбо, шмомбо. Я с тобой. Вот. Кстати, ключ. А у меня есть под него серебряный этот. А, надо аж 5 ключей. Обалдеть. Вот, короче, здесь можно ставить блок, соответственно, вот так вот. Если вы двигаетесь и при этом используете, то... Так, сначала попробуем забрать пчел. Хорошо. Какие-то пасечники сумасшедшие. А вот пчелы, и сейчас будет абсолютная власть. Абсолютная власть! Твоя магия на исходе, я без вас знаю. Помани немножко просил, ребятки. Ну, такое бывает, потому что так много молнии еще никогда не использовал. Мне больше нравится, конечно, боевка в ближнем бою с помощью, как бы, меча, знаете, такой простой, старый дедовский способ. Без всякой этой херни, типа, там, магии, луков, там, и так далее. А вот и Яблочный двор. Ну, наконец-то до него дошли, давайте допройдем эту миссию и на этом будем прощаться. Там в 2013 году, если я не ошибаюсь, было переиздание этой игры в HD-качестве. Выходили новые части, но я показываю именно самую первую, с которой было в 2005 году. Я-то думал, никто из гильдии не откликнется. Я вам тут в помощь охрану нанял, но разбойников-то тьма тьмущие, разнесут все тут на части. Лучше бы мы этих камней не находили, а то от них одни беды от проклятых. Дженна их и видеть не хочет, так что мы их в ящики сложили и в амбар сунули.
Небось, ему денег стоит. Леди Грей на них, говорят, запала. С тех пор нам покоя и нет. И опять вон заявились. Пойду-ка я в дом жену успокою. Она прям извелась там вся. Ну, пойди успокой, дружище. Пока сейчас папа сделает серьезную работу. Так, помоги стражникам защитить яблочный двор от разбойников. Награда 750 золотых. Ну, неплохо. Так, пошлите. Меч. Первый разбойник у нас уже на ходу. Пора убивать! Пора убивать, ребятки. Опа, видели, как комбо-момбо. У нас гости! Я тебя прикрою. О, это наши пацаны подспели. Ты не пройдешь. Давай, как иди. Ему? Шикарно голову отрубили, ребятки. Опыт, 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 опыт. Я иду. Не зря как бы я с собой этого пацаненка взял. Все-таки нас тут уже смотри, четверо, не трое. Разбойникам подходят подкрепления. Я вас понял. Я сейчас их встречу с Лука. Ну, где они? Получи. Тут тетиву, кстати, можно натягивать. Очень сильно натягивать тетиву, соответственно, удар будет больше. Можно натягивать послабее, удар будет слабее, но быстрее выстрел происходить и так далее. Вот, поэтому... Опять же, тут как бы нужно балансировать для того, чтобы стрелять там быстро и точно, там или то, точнее, там быстро, но слабо, медленно, но точно и сильно и так далее. То есть надо... по-своему оттягивать тетиву, соответственно, и вовремя отпускать, чтобы оно получилось правильным. Так, значит, вещи, еда, яблочный пирог применить. Немножко покушаем, потому что у нас хпшечка просела. Внимание, еще разбойники! Давайте. У нас еще разбойники, встретим их достойно. Ты видел? Ребятки, надо защищаться. Давайте, нападайте. Бэм. Ты не пройдешь. О, зелье здоровья выпало. Отлично, сейчас опять еще проснется. Все, разобрались с этими. Как я понимаю, это была третья война. Ой, война, волна, поэтому мы справились. Я гляжу, ты научился паре новых приемов. Ты не один такой. Надеюсь, ты научился особым приемам, потому что иначе ты ко мне и близко не подойдешь. Ну же, попробуй провести прием. Крепко поколотив врага и раскачав показания боевого умножителя, ты заработаешь право выполнить боевой прием. Когда появится значок такой, типа, и твое оружие окутается лиловым цветом, нажми правую кнопку мыши и провести мощную и неотразимую атаку, ребятушки. Значит, оп. Ты это можешь, но я все равно тебя побью. Перо под ребро. Ух ты, видите, она сбивает мне мою атаку. Ты это можешь, бабища. Если бы я еще сейчас попал бы своей суператакой. Блин, она меня еще сбивает ее. Все, я просто нарубил. Черт, ты выиграл! Опять! Похоже, победа остается за тобой. Но твоя удача не будет вечной, дружок. Мы еще обязательно встретимся. И я буду наготове. Окей, давай, пиши письма мелким почерком. Это типа его подружимся с обучением. Я не знаю. За ящиками придут в скорости, нам с женой как гора с плечи будет. И чего в этих камнях такого особого не пойму? Так пропади они пропадом по мне. Небось, ему денег стоит. Наверное. Я про вас всем расскажу. Нам такие герои вроде вас нужны. Вот это в конце было обязательно просто. Так. Все, ребятки, закончил я эту миссию. Фотосохранение. Ты достаточно знаменит, чтобы постигнуть жест Бугага.
Жест Бугага. Вижу врага. Да здравствуй, Боня. Ты герой. В общем, я... Зайди в гильдию за заданиями. Зайди в гильдию за заданиями, ты невоспитый герой, надо по... жесть Бугага и все дела. Ну, ребят, мы это уже с вами делать не будем. Моя задача была, главное, показать вам вкратце игру Fable. Чего же значит, ты что я могу сказать? Для 2005 года игра очень неплохая, со своей механикой, с интересными квестами. Очень главная озвучка. То есть, мне очень нравится взаимодействие с персонажами, возможность улучшать оружие, возможность зарабатывать себе плохую или хорошую репутацию. В общем, игра обязательно для любителей RPG, как бы старых RPG, обязательно стоит поиграть, побегать. И, в принципе, даже для не любителей RPG, а любителей экшена тоже, кровушку. В принципе, можно найти для себя что-то то, что вам понравится. Как говорит наш товарищ, прольем кровушку, но это уже будет в другой игре. С вами был Росси, это был Роли Гейм Онлайн, рубрика Ностальжи. Спасибо, что вы с нами. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до скорых встреч. Всем пока!